Вот сейчас могу сказать, даже, наверное, человек 8, около 10 человек, которые еще пропавшие без вести. С начала года? Да, с начала года. Больше всего надо будет вот именно за детьми, очень жесткий такой контроль со стороны родителей за детьми. Или взрослых, которые уходят, допустим, купаются вместе, чтобы обращали внимание, не отвлекались даже ни на минуту, когда дети купаются.